Привет всем, мои дорогие зрители и подписчики. Сегодня у меня продолжается тема садоводства моего. Вот так вот просто больше не влезет. Это мое деревце такое, фикус бонсай. Я немножко этим всем балуюсь. Так оно, как его попасть в кадр полностью. Так, ну то есть видно, оно достаточно большое. И суть в чем? Сейчас вот так я возьму. Если присмотреться внимательно, видно, что мелких новых листьев не растет на нем, на этом деревце. Это, ну, печальный признак. То есть или дерево болеет, или ему чего-то мало, я предполагаю. Ну, точнее, я знаю, ему мало земли. И эту землю, как минимум, нужно обновить. Если сравнивать, например, вот с этим вот деревцем, это я кому-то на подарок ращу. Я еще не знаю, кому. Можно увидеть маленькие листья. Вот здесь вот маленькие. Они светло-зеленые такие. Вот, их много. То в данном случае здесь у нас этих листьев нету. И что я буду делать? Я просто обновлю землю. Мне для этого нужно будет газета. Ну, чтобы не мусорить на столе. Значит, есть у меня набор вот такой вот грабельки и такие вот лопатки. Здесь ребенок согнул. Вот. А также будет, ну, обычная покупная земля из магазина. Ну, для начала я поудаляю вот эти вот вещи, которые занимались формированием кроны, то есть чтобы она не росла вверх, иначе дерево оно вымахивает просто вверх. Вот. И для того, чтобы... У меня паук завелся дома. Ух ты! Угу. Потому что я буду вынимать отсюда, с этой... Отсюда буду вынимать. Мне нужно будет, чтобы вот так вот. Ну, на самом деле тут крона формируется таким вот образом. Показываю. Просто некоторые вещи были отрезаны. Оно уже давным-давно зажило. Или вот здесь видно, отрезаны. Вот, с них выросли новые деревья. Вот. Из них выросли новые деревья. И они были подарены. Я люблю дарить эти вещи людям. У меня их иногда бывает фикусов очень много. Но бывают такие периоды. Я просто беру тогда какое-то заведение. Например, на почту я люблю. Ну, как бы, они же мне присылают посылки с Китая, да. И вот на почте эти люди эти посылки мне вручают. Паспорт с собой не ношу, мне там любят, верят, знают. И очень хорошее занятие прийти и сказать: а, я вам принес подарунок. И вот так вот. Это я сделал. Моя эпопея из фикусами, она началась достаточно давно. Какие позитивные вещи вот в этого фикус Бенджамина. Он очень неприхотлив. То есть его просто поставил на подоконник, и он себе живет. Ну, сам себе растет. Ты его просто иногда поливаешь, иногда подкармливаешь. То есть все это можно делать нерегулярно, и он растет. Я пробовал с другими растениями выращивать бонсай. У меня, значит, есть негативный опыт дуб, негативный опыт береза. Ну, то есть я граб, все подряд, все, что мог, я тащил в дом, совсем экспериментировал, все пробовал, и очень по-разному. Очень нежный дуб оказался. Вот. Хотя маленькие желуди, они
Ну, такие очень резвые, они быстренько начинают расти. Вот, но дальше с ними сложно, они, ну, реально они нежные. То есть, как только ты начинаешь его каким-то образом формировать, он начинает тебе говорить: ай! Вот как-то так. Что я делаю? Я, ну, вот так вот сделаю. И сделаю вот так вот. А в принципе, достаточно большая крона, как для такого количества земли. Вот, у меня есть прекрасная земля. Она прекрасна тем, что... Вот, я сюда старую землю буду высыпать. Эта земля у меня есть прекрасная. Она хороша тем, что моя прекрасная половина разводит, как нам, ахатинских улиток. И вот эти улитки, они тоже живут в земле. И вот... Очень много корней видно. Вот, вот, а вот это хороший показатель. То есть этот корешок, он растет. Эти не растут, а вот который белый, он растет. И у меня, значит, есть такая земля. Внутри этой земли есть продукты жизнедеятельности этих улиток. То есть она у меня сразу же идет... извините, с какашками, то есть с хорошим удобрением. И вот эту землю я сейчас возьму. Она стояла на балконе, замерзла. Вот. Эту землю я возьму и заменю. Потому что здесь у нас, ну, реально земли мало. Что я делаю? Я вот так вот аккуратненько стараюсь, чем меньше повредить корней, вот, добываю вот эту вот землю, такое вот. Ну что, дорогие товарищи, я думаю, сейчас есть смысл видео остановить, тут процесс будет такой, или ускорить, я не знаю, наверное, лучше все-таки остановить. Я продолжу потом, когда сделаю вот эту долгую рутинную часть работы. Продолжаем. Я сделал следующий такой хак. Ну, чтобы не травмировать физическим объектом корни дерева, я просто, ну, что-то часть счистил вот этими грабельками, а часть я просто-напросто взял и помыл в ванной вот таким вот образом. Ну и заодно распутал бороду. Значит, теперь моя задача поместить в этот же самый контейнер. Вот так вот. Вот. И потом надо будет придать форму и присыпать. Присыпать и утрамбовать здесь землю. Так. Значит, какой хочу сказать... Еще хак. Лимонная кислота — это очень хорошая вещь. Значит, она позволит избежать вот таких вот вещей, то есть осветления такого, ну, налета на коре вашего деревца. Вот. И также она нужна для некоторых деревьев, вообще должна быть кислая почва. То, что я сейчас делаю, я в принципе делаю первый раз. Вот, потом, наверное, я еще добавлю немножечко земли. Плюс в моем действии такое, что кроме свежей земли, я еще и сделал, ну, немножко уменьшил количество корней, но было лишнее. Вот. Ну и нам нужно будет вот так вот плотно утрамбовать. На очень сильных деревьях, бонсай деревцах, делают даже дефолиацию, то есть убирают все листья, фолиолист, убирают все листья для того, чтобы выросли новые,
меньшего размера их растет значительно больше. То есть там, ну, вместо одного листка вырастает 3-4. Это я говорю про фикус. Вот. И они меньшего размера. Что для пропорций бонсай очень, ну, правильно. Вот так вот. Ну, что могу сказать. Такую жесткую пересадку я делаю впервые. Вот. Я надеюсь, что все будет нормально. Вот так вот. Сейчас сразу же такое дело. Еще один секрет. Раз в несколько месяцев я мою все свои растения в теплой воде. Где-то в диапазоне 40 градусов. Они от этого листвятся лучше. Растут чуть-чуть быстрее. То есть они получают такой вот теплый душ. Ну, собственно, на этом все. Сегодняшнее нетематическое видео, оно подходит к своему финалу. Вот. Тут было видно больше корней, потому что я их вымывал. Но пусть дерево постоит, пусть оно поживет несколько месяцев, и уже весной я немножко подниму. То есть молодые корни уйдут вниз, корни уходят всегда вниз, а старые можно будет освободить. То есть молодые корни как раз уйдут в этот новый грунт. Вот так вот. Такое вот. Какие еще хаки рассказать? Ну, с фикусом можно экспериментировать, ё-моё. Он очень благодарный. Так вот. На этом я видео закончил. Все ставим палец вверх. Подписываемся на мой канал, кто еще не подписан. Кроме велосипедов. Вот, я балуюсь такими вещами. А также вот такими вот вещами. Порадуйтесь за меня. Это болгарский перец или сладкий перец. Вот такой вот он. Сейчас прошел Новый год на дворе, и этот красавчик у меня зацвел. И будет маленький перчик, который Виданку порадует, а мама его Маша потом съест. Всем пускай у вас все цветет. Растет, цветет, буяя, ну, жизнедействует. Все, пока-пока.